Check the mic and make sure it sound right, boy. Всем привет! Уже не утро, но я еще до сих пор зеваю, потому что я сидела на диване, не на диване, на кровати, и работала на кровати. Долго работала, почти 3 часа работала. Не почти, а 3 часа работала. А сейчас сделала все максимальное, то, что хотела сделать, так сказать, в первой половине своего дня. Теперь предстоит вторая половина дня, которую я займусь. Мне, короче, надо постирать кроссовки, принять ванную, пообедать, потому что обед, затопить печку, потому что у нас холодно, блин. Весна же заканчивается, последний день первого месяца весны, у нас дубак, блин. Надеюсь, у вас тепло. И дальше, после этого, уже вторая часть моей работы, так сказать, пойдет. И я еще успела, кстати, почитать. И почитала достаточно много, ну, я имею в виду страничек, короче. Вот. А сейчас я прям замерзла что-то. Я сейчас растоплю, наверное, печку. И потом сделаю теплую горячую ванну. Мои пупсики, добрый день. Пойдемте сами топить печь. А Николай, ну, кстати, на работе работает. Вчера приехал поздно, мы легли поздно. Сегодня уехал опять рано. У него сейчас такая тяжелая, так сказать, пора. Но он приезжал, он поел яичницы и уехал. А мне привез какие-то юбилейные с овсяными хлопьями. Я такой юбилейный ни разу не ела. Поэтому сейчас попьем чаек. Так я перед чаем решила поставить кроссовки в стирку. Видите, какие они грязные у меня. И сейчас их сполосну под краном. Предстирку сделаю, так сказать. Потом закину в стиральную машину. Я стираю в стиральной машине. Но после того, как постираю какую-то обувь, я потом отдельно пустую машинку с порошком как бы промываю, простирываю. Но обувь я в этом плане не жалею. Это недорогая обувь. Кстати, ванну ставлю, потому что сейчас буду ее чистить перед тем, как принять. Обувь не сильно дорогая, поэтому ничего сильно страшного. Но постирать я их хочу. Я их перед зимой не стирала, поэтому сейчас перед весной так хочу сказать их состирнуть. Вообще это, конечно, портит обувь, ужасно портит, я знаю, но я делаю так. Вы так не делаете. У меня постирались кроссовки. Ну-ка посмотрим, что у нас с ними. Нифига они у нас не оттерлись, не отмылись. Сейчас будем дополнительно их... О, чем же? Сейчас буду пробовать содой. Буду пробовать зубной пастой. Сама-то основа постиралась, конечно, а вот это вот от травы совсем не отстиралась. Мы уже с собаками сходили погулять. Вот такие вот у нас... Ведро великолепное, черное. Блин. С кроссовками, конечно, засада. Сейчас буду шоркать. Я тут варю великолепнейший ужин. Это гороховый каша. Гороховая пюрешка. Как это назвать? Короче, гороховая каша будет у меня. Я поубиралась везде дома, я большая молодец, помыла здесь, помыла все наверху, затопила печку, потому что уже так дома прохладно сегодня почему-то. Вот все, хорошо топится. Всю работу сделала, все сделала. Кроссовки мои, кстати... Вчера, говорю, днем шаркало, тут ширкало и ширкало, но до конца они
Не отширкались. Вот это вот максимум, что я смогла сделать с помощью соды. Ну, хотя бы так. Сушатся они у меня тут, короче. А сейчас я набираю ванку. Ванночку. И буду купи-купи. Вот с этими вот бомбосяу запущу. И еще добавлю все бомбочка. Так не надо. Можно добавить пену еще. Сначала запущу с вами бомбочку. Дальше, если от нее такой особо ничего не будет, добавим пенку тогда. В эту соду соль не будем добавлять. Вода, правда, долго набирается, ужасно. Мне уже другие бы дела делать, а она все набирается. Выходи оттуда. А я пока смотрю байки Митяя. Это типа сватов, только там один Митяй. Где он? Буханкинец. Где он? Дмитрий Александрович. А вот он, в паспорте. Ну, короче, прикольный этот. Прикольный такой сериальчик. Мне нравится. Когда сваты уже надоели, или закончились, уже все смотрел. Байки Митяя и Самото. Что, давайте запустим, да? Эту бомбочку, которую мне подарили на 8 марта. Как ты открываешься? Так, все, открыла. Открыла бомбочка. Господи, сколько упаковки. Упаковка на упаковке. Иди сюда, иди сюда. Ой, ой, как вкусно пахнет. Ой, вообще лимоном, как конфетка пахнет. Фрукт. А, вообще обалденно пахнет. Что, запускаем? Бамбулю наш. Не сильно фыркает. Она почему-то на дно легла и лежит. А что ты на дне-то фыркаешь? Нам надо, чтобы ты тут фыркала. Ну, запах у нее, конечно, вообще бомбический. Очень вкусно пахнет. Не эффектная, но очень вкусно пахучая. Но мы все равно добавим чуть-чуть пенки. Сейчас пенка разойдется. Вот так происходит каждое мое купание. Мне нельзя закрывать дверь, иначе он будет рваться сюда, скрестись. Потом он сейчас посидит, потом ляжет сюда вот на этот мягонький коврик и будет лежать ждать. Ты меня ждешь? Рыжий. Сниматься не хочет. Не любит он сниматься. Не любит, когда на него телефон смотрит. Все. Лег. Приехал муж. Мувынек! Мувынек приехал. Идите, встречайте вниз, папа. Идите, встречайте. Уляпанная вся машина. Грязющая у нас. Кругом в округе.
и по кругу. Старикашка. Еле-еле вылазит. Ой, господи! Чудик. У меня в руках замечательное изобретение современности. Баночка одноразовая, пластмассовая, для сдачи анализов. Это значит, что завтра я сдаю анализы. Да, у меня завтра кровь и вот эта вот баночка. Мы с Колей уже покушали. Сейчас будем ложиться спать. Может, ты перенесешь еще на 3 недели? Нет. Спасибо, что не перенесла. Я голенький. Я просто голову твою, голову. Вот. Всем пока. Всем до завтра. Ночи. Спокойной ночи. Завтра встретимся в машине автомобиля. Нового автомобиля. Нашего. Угу. Ну, не нашего. Нового. Check the mic and make sure it sound right, boys.